Нефть, как один из самых сложных представителей и самых востребованных нашим обществом, является наиболее интересен на сегодняшний момент. Но из-за того, что запасы нефти подходят к концу, мы задумываемся все больше о том, об альтернативах, и от нефти до биотоплива не так далеко. Но между нефтью и биотопливом есть еще такие замечательные природные вещества, как гуминовые, ресурсы которых превосходят, собственно, запасы нефти. И они уже природой созданы, они существуют в виде твердых запасов топлива. Это уголь, торф, это сапропель. И, конечно, наша задача научиться извлекать большую практическую пользу из этих веществ. И сегодняшние, доложенные профессором Маршалом, подходы существующие, которые разрабатываются в рамках Института будущих топлив, это непосредственная связка и переход к проблеме вообще более грамотного, широкого применения органического вещества. Мы должны научиться мыслить не только категориями «вот она, восстановленная нефть, и поэтому она нам интересна, мы можем ее прям непосредственно сжигать», а как только появляется кислород, мы должны понимать и думать, как работать с кислородом. И, может быть, просто это на самом деле, конечно, путь просто к принципиально новому извлечению энергии за счет передачи протонов и так далее. То есть я считаю, что это может быть уже совершенно некий другой поворот. И сегодняшний разговор только прелюдия к более серьезному разговору по поводу топлива будущего.